Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «По факту». Мій сьогоднішній гість – Юрій Гранатуров. Вітаю! Вітаю вас! Юрій Саїч, ви були городським головою Ніколаєва в 2013-2015 годах. Найбільш трагічний і напряжений період нашей современной истории. Сейчас вы еще являетесь сопредседателем партии «Наш край», но об этом чуть позже. И вот у меня такой вопрос. Насколько трагичен, по-вашему, этот период сейчас, уже вот при новой городской власти, муниципальной власти, как это сейчас принято говорить? Чего, на ваш взгляд, не хватает для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки вот все то, что декларировалось в 2015 году? Вот той новой муниципальной властью, которая сейчас в городе. И, может быть, вот у людей вызывает раздражение завышенное, слишком завышенное ожидание от новой власти. Потому что все, что происходит в городе, можно, ну, скажем, условно разделить на две части. Некие достижения, которые люди, ну, скажем, не видят, или не то, что не видят, они не так явны, да, и то, что декларировалось, и почти за два года, ну, скажем, не сумели сделать. Конец 2013 года. Я буквально месяц исполняю обязанности городского головы, и в стране начинаются события, которые приводят к крайне трагическим последствиям. После этого город Николаев становится рубежом того, будет ли украинская государственность существовать далее. В тот период нет легитимного губернатора, просто отсутствовал какой-то период. Ушел председатель областного совета. И есть всего лишь один исполняющий обязанности мэра города, единственный легитимный руководитель. И надо было принимать решение. Такого никогда не было до этого момента и, надеюсь, никогда не будет после. Одна была ситуация – не допустить кровопролития, сохранить в Николаеве мир, не допустить того, чтобы раскололи нашу державу и чтобы Николаев стал городом, который этому способствует. Поэтому все силы, все было направлено только на это. Тяжелейший 2014 год. С честью выполнить ту задачу – сохранить мир, сохранить спокойствие в городе Николаеве, удержать экономическую ситуацию в состоянии хотя бы какого-то небольшого равновесия и после этого пойти вперед, этой цели тогда мы достигли. У каждого городского головы, как и у каждого человека, есть свое время, свои вызовы, свои испытания, свои просчеты и, естественно, свои победы и успехи. Поэтому главной задачей для того, чтобы продолжать все это, все-таки является принцип преемственности. У кого нет желания помнить прошлое, у того и нет света в конце тоннеля на будущее. Не получается. Поэтому что и почему буксует ситуация? Еще горожане не в полной мере понимают, как изменилась ситуация в финансово-экономической сфере в больших городах и областных центрах. Мы это впервые почувствовали в 2015 году, когда получили первые еще небольшие плоды децентрализации. Вы имеете в виду вот финансовую децентрализацию, да? И сумели в этот период сделать невероятно много за очень небольшие деньги. У нас была масса проблем, у нас были забастовки маршруточников, у нас не хватало техники, у нас был очень дикий снегопад в отсутствие полностью любого какого-то, условно говоря, вооружения, материально-технического, коммунальных служб. Поэтому нашей задачей было приобрести мусоровозы, их было приобрести, приобретено очень много, контейнеры новые, приобрести снегоуборочную технику и 17 единиц в общей сумме снегоуборочной техники новейшей было приобретено, приобрести подвижный состав трамваев, троллейбусов, снять маршруточный шантаж и снять это тяжелое бремя материальное за дорогой проезд горожан, хотя бы большей их части, и многое-многое другое. Нам все это удалось сделать за не очень большие средства. Потому что это дальше надо было развивать, надо сохранять преемственность и надо уметь пользоваться большим бюджетом. Речь сегодня идет уже не о миллионах, как ранее. Речь уже начала идти. И ситуация это реально такая, о миллиардах. К сожалению, распорошили бюджет. К сожалению, в результате взаимонепонимания депутатского корпуса и мэра города дошли до того, что стали делить бюджет вручную.
как мы любим говорить, формула 50 на 50. И так как депутатов 54, так как округов очень много, так как у каждого есть желание понравиться своим избирателям, то 50% бюджета, это сотни и сотни миллионов, размазываются, как каша по тарелке, вот, как в сито вода уходят. И получается, что нет больших инфраструктурных проектов. Кроме всего прочего, есть полное отрицание всего, что было наработало ранее. Это касается и проблемы с ритуальными услугами, которые в городе настолько остро встала и до сих пор никак не решена. Это касается и вопроса, связанного с другими моментами. То есть то, что в принципе является главным жизнеобеспечением. Надо подумать о том, чтобы сейчас создать много целевых программ. Если мы задекларировали программно-целевой метод, а это декларировалось на выборной кампании, то он должен работать. Целевые городские программы должны быть полностью переработаны на основе уже реального огромного бюджета. И надо идти строго по этим программам. Если этого не будет, то мы будем видеть хаотичное желание сделать то, другое, третье, пятое. Проблема заключается в том, что такое завышенное ожидание. Завышенное ожидание – это когда люди, избирая кого-то, вот, они думают, что там через 3 месяца здесь уже будет все цвести, все будет красиво, все будет в виде конфетно-букетного периода, райского куща и так далее. Но так не может быть. Но, к сожалению, во многих вопросах мы видим не только то, что нет динамики вперед, но и где-то откат назад, ну, что касается бродячих животных и другие вопросы. Поэтому здесь, прежде всего, главную роль играют хорошо подготовленные кадры, четкая, скрупулезная последовательность и по кирпичику, так как строится здание, строить полностью на основе огромного бюджета то, что в принципе просто и понятно каждому горожанину. Что касается вот тех проблем, я хочу остановиться на одной из них. Это на проблеме бродячих животных, которая захватила буквально город, ну уже вот за горло уже схватила. Пока выхода не видно. Многие говорят и утверждают, что в других городах Украины проблема как-то, но решается. У нас почему-то не решается. Вернее, решается, но и вот решения не видно. Я бы, например, хотел, чтобы на законодательном уровне, именно на законодательном уровне, был принят какой-то закон, либо поправки к какому-то закону, относящемуся к животным и домашним и бродячим, в котором бы четко было прописано, что, например, бродячие собаки представляют угрозу для жизни человека. То есть это бы дало инструмент, очень определенный инструмент для каких-то действий местной власти, для решения проблемы. Ну, например, по примеру, например, Израиля. То есть там такой закон действует. И там собак нет. Там есть кошки, там есть там кто угодно там на улицах, но собак нет, потому что в свое время приняли вот такой закон о том, что собаки являются угрозой для жизни. Хотя я еще хочу буквально секундочку добавить, что многие еще ссылаются на международную конвенцию, принятую Украиной, присоединившись, Украина присоединилась к этой конвенции в 2013 году, в которой как бы все это прописано. Но прописано, видимо, настолько не совсем ясно, что вот проблемы существуют. Когда началась эта проблема? Это когда президент Ющенко задекларировал и принял закон, по которому нельзя убивать животных, бродячих животных. И долгий период, так как никакой альтернативы этому не было, а потом запретили использование дацетилена и запретили вообще все, и несколько лет собаки абсолютно безболезненно и свободно размножались, пока это не стало кричащей проблемой. Потом как бы прописали все в законодательстве, нашли выход, но для этого необходим был питомник для бродячих животных, которого не было. Когда я стал городским головой, то многострадальный питомник еще даже наполовину не был построен. Мы
камни с неба, как бы поставили себе задачу, в этот тяжелейший 2014 год этот питомник построили по тому проекту, который был сделан, и полностью его сдали в конце 2014 года, пока он немножечко начинал работать, и после этого передали его уже вновь избранному городскому голове и тем, кого он пригласил с собой на работу. Однако у меня глубокое убеждение, то, что кадры решают все. Я думаю, что те кадры, которые сегодня находятся в руководстве этого питомника для бродячих животных, они совершенно неправильно понимают задачу. И я читал несколько их интервью, это просто какой-то глупый плащ Ярославный. При таком огромном бюджете вот, начинаются разговоры о том, что не хватает машин, которые будут работать на отлов животных. Да это издевательство какое-то. Значит, мы можем свободно десятки миллионов раздавать непонятно куда. 40 миллионов на стадион, 10 миллионов, а потом еще несколько миллионов на облтеплоэнерго. Ни то, ни другое не принадлежит городу. А обеспечить элементарные вещи мы не можем. Такая же ситуация во многих... Я прошу прощения, Юрий Александрович, сразу вас перебью. Деньги есть. Вот. Деньги. Так вот, ключевая штука по поводу вот этого вот спора, дискуссии, да, вокруг денег на приют и так далее, буквально недавно разгорелась, я прекрасно это помню, вокруг того, что когда запросили на, ну, как бы, условно говоря, на одну бродячую собаку, там, если я не ошибаюсь, там, 2400 гривен, вот, то сразу поднялся невероятный шум, как это так, как может стоить отлов или там, содержание одной бродячей собаки 2400 там, с копейками гривен, когда у нас, вот сейчас вы поймете, что на весы кладут, да, спекуляция какая и манипуляция, в детскую больницу на содержание одного ребенка в стационаре выделяется там 240 гривен. Понимаете? То есть вот это, вот эти манипуляции, мне кажется, они и не дают что-то сделать, потому что со стороны, там, ну, скажем так, представителей приюта для животных говорят, нам нужно столько денег. Люди говорят, ну, хорошо, вам нужно, берите. Тут появляются другие люди, говорят, нет, как же можно? На детей в 10 раз меньше выделяют, не пойдет. И опять все в ступор. Не хочу на эту тему даже как бы дискутировать, потому что это все манипуляции первых лиц городской власти. И никак не иначе. Что, наверное, надо немножечко вспомнить о том, что кто-то является всенародно избранным одним человеком на весь город. Проявить политическую волю, жесткую позицию, и вместо этих беспрерывных плачей Ярославной объяснений, в конце концов, принять какую-то четкую, вот понятную у себя в голове хотя бы программу. А депутаты? По поводу того, что... Поддержат ли? Так потому что там будет, же тоже очень много популистов. Если городской голова будет на комиссию посылать романтичную общественницу, которая каким-то образом стала руководителем серьезного коммунального предприятия и не придет туда сам или не пришлет своего компетентного заместителя, которых у него, к сожалению, нет, тогда и депутаты не смогут нормально это воспринимать. Депутатам надо, понятно, все раскладывать по полкам. И не надо сравнивать детей с бродячими животными. Мало того, хочу сказать, в пику уже нынешней городской власти. Есть тонкая разница между тем, когда средства есть и когда их нет. Так вот, я вам скажу, что в этом году на медицину положили вот ни много ни мало сумму, такую же, как в 2015 году. Вот это как называется? Приоритеты же какие-то должны быть, а здоровье... То есть мало вы имеете? Крайне мало. Меньше освиты, меньше культуры, меньше всего. Один спорт там только где-то болтается рядом с медициной, да? Возьмите вы, в конце концов, 120-130 миллионов гривен, так как у тебя на депозите там сотнями миллионов лежит и разбазаривается. Может быть, это связано с вот этой медицинской реформой, которая как бы, ну... Ни с какой реформой это не связано. Это наша городская коммунальная собственность, все больницы и все оборудование. И когда были трудные, тяжелые времена, и мы понимали, что у нас нет нейрохирургического микроскопа, и поэтому операции делать практически травматично, невозможно и опасно для жизни, вот, то мы сумели купить этот микроскоп. Ну, медицина не стоит на месте. Все время надо оборудование диагностическое, операционное, другое. Надо любить людей, а не медицину. Вот из-за этого медицину надо наполнять. Деньги есть. Когда есть деньги, должны быть другие действия. Раньше мы вынуждены были
быть аварийно-спасательным отрядом. Там прорвало, все сконцентрировались с того, что было, туда передали. Там крыша обвалилась в какой-то школе, пол образования осталось без каких-то небольших ремонтов, все отдали туда. Сегодня на все хватает. Главное правильно распределять и следить за своими уникальными новаторами подчиненными, которые разворовывают половину городского бюджета. Наблюдать за этим надо. Ну, насчет разворовывать давайте не будем. На это есть специалисты. Хорошо. Это пока никем не доказано. Неправильно сказать, хочу, что доказано одно. Разбазаривают, иначе где миллиарды? Ну, мне тоже интересно знать. Где, ну, где и... мои миллиарды? Где наши с вами миллиарды? Я хочу коснуться вечной темы для Николаева и николаевцев. Не знаю, хорошо это или плохо, но это на сегодняшний день пока еще вечная тема. Тема судостроения, вернее, возможности и попытки, ну, назовем это громким словом, возрождения судостроения. Потому что есть, опять же, разные точки зрения на этот счет. И недавний, там, скажем, некий скандал, вызванный мнением нынешнего городского головы о том, что вот неплохо было бы на месте завода 61-го коммунара построить некий либо торговый комплекс, либо жилые дома, вот, потому что завод все равно не работает, и достучаться до оборонпрома невозможно, ну и так далее, и так далее. Тем не менее, буквально, ну вот совсем недавно министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что две американские компании готовы строить в Украине баржи и развивать речное судоходство. Ну, на мой взгляд, это, в принципе, хороший знак. Другой вопрос, где их будут строить, потому что кроме Николаева есть еще Одесса и Херсон, и даже в Киеве. Я догадываюсь, на каком заводе их будут строить. Вот, но, тем не менее, опять же, нельзя, по моему скромному мнению, называть Николаев совсем уже без судостроения. Да? У нас есть Небулон, который строит хотя бы для себя баржи и буксиры. У нас строятся яхты, у нас несколько компаний. Ну, что-то делается. У нас производится какой-то судоремонт. Даже тот же там полузаброшенный 61-й завод судоремонт производит. Итак, что-то теплится, что-то шевелится. Возможно, я не знаю, возродят, вот извините опять за это слово, проект «Корвет», может быть, не знаю. Тем не менее, разговоры об этом ходят, и все, вот я почему в самом начале говорил, что мы еще вернемся к теме того, что вы сопредседатель партии «Наш край», мне хотелось бы услышать два мнения, как от партии по поводу судостроения, возможного возрождения, и как от городского головы. Недавнего, пожалуйста. Ну, у меня, слава богу, раздвоения личности нет, поэтому... Не, ну есть мнение партии, есть все. Не место сидения определяет, по крайней мере, мое личное мировоззрение. А сложившийся опыт управленческий и жизненный в том числе. Я работал на судостроительном заводе, Черноморском судостроительном заводе в юности, в цехе номер 11. Я корпусник, судосборщик, сборщик корпусов металлических судов, в том числе и на 102-м заказе, авианосец Минск, на других судах. Немного работал в проектно-конструкторском бюро «Прогресс». Тогда строили контейнеровозы, лучшие в мире. Советский Союз омывало 12 морей и океанов в общей сумме. Так нам говорили на уроке географии. Естественно, для всего Советского Союза здесь строился флот. Украина – независимое государство, в котором есть только Черное море. Ну, понятно, что для своей страны уже строить невозможно. Конкурировать какой-то период было невозможно, было запустение. Уже сегодня мы прошли такой длинный путь, мы помним и свободную экономическую зону для судостроения, мы помним и специальный закон о судостроении, который наши уважаемые коллеги Круглов Николай Петрович и другие тогда продвигали, и Кинах Анатолий Кириллович. Мы помним многое другое, ведь они все выходцы с этих предприятий. Мы должны быть реалистами и понимать, слово «судостроение» сегодня это слишком громко для того, чтобы говорить о том, что у нас есть.
Что такое завод «Небулон»? Это недавний судоремонтный завод «Лиман», в котором были небольшие, по сравнению, конечно, с этими глобальными заводами, какие-то ремонты и так далее. И сегодня, благодаря энтузиазму и высокой организованности Алексея Афанасьевича Водотурского, действительно, они сами строят для себя баржи. Вот уже какие-то личные суда появились. Однако в большей степени, конечно, они приобретены, те, которые сейчас пошли на Кинбургскую косу. Ракеты вы имеете в виду, да, пассажирские? Да. Яхты – это развлечение для очень богатых людей. У нас есть две небольшие судоверфи, но общее количество работающих на этих предприятиях – там, ну, тысячи человек, немного более. А в судостроении у нас было задействовано до 150 тысяч работников в общей… В комплексе, да? В комплексе, да. Поэтому для того, чтобы не быть популистом, надо четко и конкретно понимать, что пока не будет государственной программы судостроения, которая будет реально востребованной на основе рыночных принципов экономики, пока не будет другая концептуальная ситуация, мы можем сколько угодно ностальгировать по поводу прошлого. Прошлое в таком виде сегодня не вернуть. Когда-то один из величайших кораблестроителей, генеральный директор одного из крупнейших наших заводов, не буду называть его фамилию, который тяжело очень перестраивался в нынешних условиях, когда ему сказали, давай перейдем на малотоннажное судостроение, он жестко заявил, что завод строил авианосцы, сухогрузы, рудовозы, завод, кастрюли и сковородки – делать не будет. Это была тогда ошибка. Она была абсолютно оправдана с точки зрения его понимания жизни, его ментальности, но это была ошибка. Мы все время ждали, когда все вернется, а ничего не возвращалось. Я думаю, что сегодня еще немного времени пройдет, мы уже сможем забыть и о корвете. У нас просто не будет кадров. Неким... Это огромная проблема, да. Будет работать. Да. Все высококвалифицированные сварщики, судосборщики, представители других специальностей, достройщики и так далее, они, кто только физически еще может, разъехались. Кто в Россию, кто в Польшу, кто... Так кто куда, и в Азию. Кто куда для того, чтобы кормить свои семьи, для того, чтобы работать. Кадров крайне мало. Да, действительно грустно, но хочу сказать, что не надо торопиться. Так как разбазарили в свое время в 90-е годы детские сады, ведомственные предприятия, несколько десятков детских садов ушли с молотка, так как входили в уставные фонды. И даже городские детские сады были полупустыми. Мы говорили, мы их не можем содержать, куда нам их девать. Сегодня... Вот крайне необходимы детские сады. Не одна тысяча человек уже в очередь, более 2000, почти до 3 очередь в детские сады, а детских садов уже нет. Все, что создано ранее, нельзя разрушать. Надо искать ему грамотное новое применение. Уже были такие умники, которые рассказывали о том, что у реки красиво, создадим торгово-развлекательный центр. Хочу пожелать... в данном случае городскому голове, быть чуть-чуть, чтобы чуть-чуть холоднее была голова. Вот. Сначала что-нибудь, уважаемый Александр Федорович, постройте сами, хотя мы пока этого не наблюдаем, вот. А потом заявляйте такие вещи. Известная теория собачьей будки, окей. Что вы скажете по поводу, вот, опять же, недавней совершенно инициативы губернатора Алексея Юрьевича Савченко, который собирался обратиться к профильному министру о том, чтобы, ну, скажем, хотя бы половину завода 61-го коммунара перепрофилировать, ну, например, на там, отверточную сборку автомобилей, как это в свое время сделали в Херсоне. Это нормальная инициатива. Чтобы спасти хотя бы ситуацию. Ну, давайте говорить так. Губернатор же не сказал сносить. Нет. Он же сказал реанимировать. Нет, перепрофилировать. Конечно. Да. Ну, в разумной рыночной экономике все время идет перепрофилирование даже крупнейших гигантов
промышленных, не только судостроения, автомобилестроения и других. Это абсолютно нормальная, разумная практика. Есть технические площади, есть большая режимная территория, есть соответствующая недвижимость в виде боксов, цехов и так далее. Есть техника, есть краны, есть много чего, готовое промышленное предприятие, которое может работать. Ведь в 61-м заводе, может быть, вы не знаете, ремонтировались БТРы. И мы все это видели своими глазами. Мы можем вспомнить о Черноморском заводе, в котором было столько цехов, которые ведь делали не только суда строили и корабли, а там строили и моторные лодки, если помните, «Южаночка» она называлась. А там были и цеха, которые изготавливали мебель и на 61-м, и на Океане, и на Черноморском, и многое другое. Перепрофилировать предприятия в соответствии с нынешними рыночными условиями, создать рабочие места – это браво. Снести предприятие, даже если он имел в виду что-то другое – это позор. Окей, хорошо. Услышали ваше мнение. Спасибо большое. На этом мы будем заканчивать нашу программу. Я думаю, она получилась довольно насыщенной и достаточно любопытной для наших зрителей, для меня лично. Дякую за участь в программе. Юрій Гранатурова. А з вами був Ігор Пох. До зустрічі.